15-20 минут и результат готов. Челябинцы сдали экспресс-тест на ВИЧ в центре города бесплатно и анонимно. Медсестра берет кровь из пальца для нанесения на реакционный картридж. Одна полоска – результат отрицательный, две – положительный. Сегодня в парке имени Пушкина мы впервые проводим акцию тестирования населения на ВИЧ-инфекцию методом экспресс-тестирования. То есть результат человек может получить через 15 минут. Эта акция приурочена Всероссийскому дню тестирования на ВИЧ-инфекцию и проводится именно в день любви, семьи и верности. С человеком, сдающим тест на ВИЧ, работал психолог. Консультацию можно было получить и у врача-инфекциониста. Вопросы сохранения здоровья должны интересовать каждого человека, поэтому мы приглашаем узнать свой ВИЧ-статус. А на площадке парка Пушкина детей и их родителей ждали игровая программа от костюмированных ведущих и вокальный дуэт. На интерактивных площадках ребята увлеченно рисовали, вырезали, клеили, создавали поделки и пробовали свои силы в освоении музыкальных инструментов. Подобный праздник для всей семьи состоялся и на пешеходной улице Кирова, где также был организован пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. 8 июля сразу в нескольких муниципальных образованиях области – Магнитогорск, Челябинск, Косли, Троицк и Троицкий район – были организованы площадки тестирования на ВИЧ. В общей сложности за три прошедших дня экспресс-тестирование прошли более 500 южноуральцев.